Вы готовы к занятию йогой? Не говорите «нет». У меня сегодня такая гостья, глядя на которую даже самый ленивый встанет с дивана. Встречайте, мама Эктора Хименеса Браво, Донья Архенис. Здравствуйте, моя дорогая. Как я рада видеть сегодня. Ну и тебя, конечно, ну, привет, моя любимая. Надюша, давай. Так, все, пообнимались, это уже почти как йога. Ну, по крайней мере, я знаю, что йога влияет не только на физическое состояние человека, но и на настроение. Скажите, пожалуйста, Донья Архенис, как давно вы занимаетесь йогой? Уже больше 20 років. Очень довго. А як ви вирішили, що це вам необхідно? У мене були проблеми зі спиною. І мій хребет нагадував англійську літеру «С». Я лікувалась, ходила на терапії. І врешті-решт одна медсестра показала мені декілька вправ з йоги. Я почала виконувати ці вправи. І це призвело до того, що мій хребет випрямився. Зник мій гор, і я відчуваю себе значно краще. Люблю я йогу очень сильно, потому что она действительно помогает. И Донья Архенис тому пример. Угу. Ты говоришь, что йогой можно заниматься в любом возрасте. Донья Архенис сейчас 65 лет. Если наши зрительницы, и вы прекрасно выглядите, ну, это мне просто Эктор по секрету сказал, так бы я подумала, что вам только 50. Красно, дякую вам. Насправді йога стала частиною мого життя. Какая прелесть! Вот этот подход нужно очень многим людям усвоить, поэтому я уверена, что сейчас мы начнем заниматься, а вы будете делать это вместе с нами, вдохновленные Анитой и Доней Архенис. Аниточка, давай начнем. Сегодня я покажу очень простые упражнения, которые можно делать людям, которым за 50, за 60 лет. То есть в таком возрасте не поздно начинать заниматься Никогда йогой. Не поздно начинать, и более того... Начав делать, буквально в течение 1-2 недель, почувствуете такую большую разницу, что никогда больше не сможете бросить. Начнем мы с дыхательного упражнения. В нашем случае дыхание нам поможет расслабиться. Мы сделаем не обычное дыхание, а чуть-чуть с изюмом. Колени слегка согнуты. Вытягиваемся руками наверх, делаем вдох, соединяем пальчики вместе и здесь сглатываем. Просто и продолжаем воздух? Выдох. Да. Еще раз выполняем вдох, сглатываем. И выдох. Вы, наверное, спросите, зачем мы сглатываем. Не сомневайся, спрошу. Когда мы глотаем, то мы не можем быть напряженными. Именно благодаря этому маленькому движению мы расслабляемся, расслабляем шею, расслабляем плечи. И добавим еще один маленький нюанс. В конце выдоха мы добавим втягивание живота. Мы пупок постараемся придвинуть к пояснице. Одна из проблем, которая возникает особенно у женщин, зрелого возраста, это живот. Мышцы настолько расслабляются, что живот становится большим не так, как было в молодости. И именно это движение, эта привычка втягивать живот на выдохе, поможет нам живот подтянуть и сформировать такой корсет. Ваш сын, наш любимый Эктор, йогой занимается? Коли я захворіла, він уже поїхав у іншу країну працювати. Він відлетів, як пташеня з гнізда. І тому мій син тепер з вами. Але я завжди радила йому зайнятися йогою. І зараз, коли він спостерігає за вами такими гарними і мною, сподіваюсь, це його вмотивує. Я предлагаю как-нибудь Эктора пригласить к нам, да? Обязательно. Мы двигаемся дальше. Мы сейчас проработаем ноги. Мы становимся, ноги ставим чуть пошире, и одну ногу, которая впереди, мы разворачиваем, оп, две руки направляем в сторону, и таз развернуть на меня. Вы почувствуете, как хорошо раскрывается таз. Держим, держим, плечи опустили мягко, дышать. И вытягиваемся хорошо-хорошо в сторону, растягиваем боковые мышцы. И попробуем дотянуться до ноги, не обязательно коснуться стопы, можно до... О-о-о! Сразу заметно, когда человек занимается. Так, 20 лет занятий йогой. Разворачиваем еще носочек. В этой позе у нас укрепляются абсолютно все мышцы ног. Мы стараемся в этом положении задержаться подольше. Но ориентир – это 3 дыхательных цикла. Мы успеем 3 раза сделать вдох-выдох, вдох-выдох, вдох-выдох. Это хороший результат. Больше задерживаться не надо. И наша задача – расслабиться в этом положении, получить удовольствие, научиться расслабляться, стоя на голове, сидя, лежа, как угодно. Вот это самое удивительное в йоге. Сидеть или стоять в нелепой поднимаемся позе, наверх. При этом чувствовать себя расслабленным. Разворачиваем другой носочек. Вытягиваемся хорошо, растягиваем боковые мышцы, руки параллельно, колено ровное. И опускаемся еще раз вниз. Здесь мы пробуем раскрыть грудную клетку. Смотрим вперед. Оп.
Ага. Раскрываем плечи, дышать, Надюша. И поднимаемся плавно наверх. Так. И возвращаемся. Есть. Отлично. Не каждый так сделает в 65 лет. Мы сегодня, я думаю, еще увидим много всего интересного. Доня Архенис. Возможно, встанем на голову к концу занятия. Итак, мы продолжаем. Мы присаживаемся. Аккуратно присаживаемся. Как часто заниматься? Заниматься нужно тогда, когда тебе хочется этого. Да, то есть не нужно себя ни в коем случае заставлять, как это связано с тренировками силовыми. Вот да. Йогой заставлять себя не надо. То есть в йоге нет вот этого твоего любимого, нет боли, нет результата? Нет. Здесь у тебя должно быть настолько рвение, да, вот личное, тебе самому должно хотеться заниматься. О, Дуня Архенис уже знает, что делать. Так, подтягиваем к себе, меньше разговоров. И это упражнение «Бабочка». Зачем? Как известно, чем старше мы становимся, тем у нас суставы становятся более заблокированные. Подвижность суставов теряется. И тазобедренные суставы – это одно из самых проблемных мест. Поэтому этим движением мы мало того, что снабжаем наш таз кровью, да, идет хороший прилив крови, мы еще и раздвигаем ноги, учим суставы работать амплитудно. Поэтому мы делаем фактически непривычное движение и улучшаем подвижность суставов. А скажите, вот там, где вы занимаетесь, Доня Архенис, есть девочки постарше, ну, например, лет 80? Есть девчатка, которым 70-80 років. И есть бабуси, которым по 15. И я старенький, которым по 35. Кстати, мне кажется, очень важно для Украины. У нас многие женщины считают, что если они после 40, после 50, то уже все. Уже да? Жизнь закончилась, уже какие тренировки, уже ничего с меня все равно не будет. Но мне кажется, мы здесь пытаемся доказать все время, еще раз и еще раз, что просто начните. И разница вам очень сильно понравится. А доказательство наше сегодня – это великолепная Доня Архенис. И я благодарна Эктору за то, что он нас познакомил со своей мамой. Спасибо вам. Давайте дальше заниматься. Хорошо, и у нас остается последнее упражнение. Шпагат? Нет! О, и какое же нас ждет упражнение? Кто бы подумал, что мы будем в таком возрасте рекомендовать вам делать это упражнение, но мы будем, потому что оно очень-очень эффективное. Так. Мы становимся в горку. Ничего себе! Поза собаки? Собака мордой вниз. Я поняла. Горка, горка. Ставим ладошки под плечи, упираемся ногами в пол. Это наша планочка. Угу. Еще дальше ноги назад. И провисаем. Копчик – самая высокая точка. И пытаемся провиснуть между руками. Опускаемся на колени. Угу. И потянуться назад, вытянуть поясницу. Мы делаем щадящий вариант, так как мы делаем зарядку для старшего возраста. Еще раз возвращаемся на руки и снова поднимаемся в горку. Выпрямляем ноги, тянемся пятками, тянемся к полу. Пытаемся поставить пятки на пол. И точечку между большим пальцем и указательным хорошо вдавливаем в пол. Эта точечка, давя на нее, вы хорошо раскрываете грудной отдел. Отлично, приятное упражнение. По-моему, это было отлично. Грандиозно. Доня Архенис, как вам понравилось заниматься с инструктором по йоге Анитой? Мені дуже сподобалось з Анітою і спілкуватись, і займатися йогою. Вона випромінює любов, і моя душа це відчула. А є у вас любимое упражнение, которое вам показывал ваш инструктор в Колумбії? Так, насправді, в мене є три улюблених вправи. Коли в мене був хворий хребет, мій інструктор учив мене, що з руками хребці хочуть склеїтися. І тому треба їх розкривати. Передусім, хребці розкриваємо. Ой, як добре, Надю, у тебе виходить. Ой, спасибо, Доня Архенис. А тепер називається вітрила. Нічого собі, це плуг. І робимо ножиці. Так, ладно, надо пробовать. И відхиляємось назад. Доня Архенис, вы просто... Сподіваюсь, у мене не зіпсується зачіска. Просто нет слов. Так, если я сейчас это не сделаю, увольняюсь. Цю вправу я обожнюю. Ну что,
Ты смогла? Ну вы просто великолепны. Мы засмотрелись, мы ничего не смогли. Мы вот так вот делали. А теперь рубить. Поднимаем ноги. Поднимаем. А потом так ноги опускаем. Вітаю. Ось є вправа, дуже гарна. Вот это гибкость позвоночника. Да, позвоночник, ну, это просто... Как говорит Анита, это любимое упражнение Мадонны. А теперь это любимое упражнение Дони Архенис. Все, переименовали. Тут мы можем надуть живіт. Повторюємо декілька разів. Це дуже гарна вправа для хребта, живота. З власного досвіду кажу вам. О, Доні Археніс, давайте встанемо, щоб мені легше було вас обняти і розцілувати. Моя дорога, ви просто... Дуже приємно. Велике дякую. І втроєм. Коли ми закінчуємо заняття, ми прощаємось ось так. Спасибо вам большое. Давайте договоримося, дівчинки, що в следующий раз з нами тут буде займатися Ектор. Клас. Я вже за. Думаю, що так. Мама сказала, значить все, Ектор. Укреплять свое здоровье не поздно никогда. Доня Архенис сегодня нас вдохновила на то, чтобы мы прямо с сегодняшнего дня начали заниматься йогой, и все будет доброе.